Ребят, вот уже не раз сталкиваюсь, вижу VS, Visual Studio Code, не получается импортировать папки и файлы, созданные мною. Создал две папки с файлами, везде есть initpy, но импортировать содержимое не получается. Выдаешь ошибку, пишет нет такого модуля, хотя импорт библиотеки Python работает нормально. Вот такая штука, что за дела, не пойму. Подскажите, где туплю. Сначала... Значит, начнем с самой проблемы. Невозможность импортировать – это в первую очередь где-то упущена тематика импортов. Ну, сначала ответим на вопрос Сергея, а потом будем разговаривать, как это все дело поправить. Значит, смотрите, ребят, не надо бояться Visual Studio ставить расширение. Набрали Python, да? Вот то, что не надо, удалите. Вот смотрите, у меня стоит литинг, и везде есть подробные сведения, что может делать. Вот это расширение, оно добавляет вниз вот виртуальное окружение. Второе, Python for VS Code. Как раз то, что нам надо, то, о чем мы будем говорить. Добавляем пути любые. Сейчас покажу. Сразу, не отходя от кассы. Смотрите, вот это я сейчас удалю. Сейчас, чтобы он никуда не делся. Сейчас попробуем запустить. И видим, что отрабатывает сейчас, как мы видим, userlib Python 2.7. А мы хотим, чтобы работал Python 3 вообще-то, да? Почему? Вот эта библиотека это и дает здесь. Она дает то, что мы файл, потом я объясню еще по импортам, вставляем путь к Python. Ну, я от балды вставил, просто я знаю, что в Linux у меня там есть 3.6, да? И теперь, когда я запускаю второй раз, уже пошли Python 3.6, Python 3.6, то есть это понятно. Так что дальше. Python Extension Pack. Ну, вот смотрите на это, будете набирать. И смотрим. Django, Python, Magic Python, Genia, Visual Studio, IntelliJ Code, то есть, получается, Kotlin будет работать, в Kotlin тоже. Python Extended. Грубо говоря, подсказки. Еще я поставил себе Python Preview. Ну, в функциях, то здесь мало чего интересного, но если вот так, видите, вверху Preview, то в классах будет отображаться здесь информация по классам. Ну, надо, не надо, потом удалю, если не надо. Python Test. Ну, это понятно, по тестам. И Python Patch. Ну, он у меня, я когда делал, не ставил, но у кого где-то проблемы с путями, поставьте это расширение Python Patch. Вот оно. Оно будет вам помогать импортировать пути. Здесь вот показано. Теперь, смотрите, ребят, есть простая вещь. Вот часто вижу, что в Visual Studio пишут, что не отрабатывает, не отрабатывает файл. То есть запускают, не отрабатывает. Особенно, допустим, там функция input, сейчас я ее не делал. В этом случае что мы делаем? Наводим на файл и выполнить файл консоли. Вывод только для чтения, а консоль интерактивная. В данном случае, что Сергей задавал вопрос, когда все установлены библиотеки, надо было нажать на сам. И вот здесь есть куча моментов. Выполнить файл в консоли, выполнить в интерактивном окне. То есть все оно работает как пить дать. Все отлично.
То есть, вон, у нас 4 варианта. Можно отсортировать импорты, но так не надо делать. По одной простой причине, оно все сделает так со звездочками. Теперь давайте разберемся с импортами, когда все у нас начало работать. Я что сделал? Я создал папку прямо в проекте Django. Папка .dot. Да, тут не важно, тут мы с импорты смотрим. В этой директории создал файл сейчас я вот это Q. Ну, здесь чисто обычная простая функция. Одно число сложить второе. И оно возвращает. Наш смысл ее импортировать в другой файл. Сам файл находится в основной директории QQ. Вот он, QQ. Потом еще я сделал, ну давайте посмотрим этот импорт. Ребят, вот здесь сначала буду давать пиздов. Больно, но зато всем хватит. Значит, смотрите, все начинается. Вот открывает человек уроки на pro365.net. Там мы рассматриваем импорты, он на это посмотрел в курсе Python и успокоился, все. И называется «Приехали». Ребят, с импортами надо разобраться, потому что я смотрю, вот и ребята, которые давно занимаются, вечные проблемы. То у них файл не импортируется, то у них то-то не делается. По одной простой причине, вот я специально посидел тоже вечерок, повспоминал, что надо сделать. Открываем доки. Сейчас я найду доки. Я вообще две статьи нашел, таких более-менее толковых, которые можно почитать, остальное все это херотень. Сейчас, секунду. Так, первая ваша должна быть доки. Здесь надо просто взять и проделать. Я эту ссылочку дам сейчас, модули. И еще одну дам, чтобы вы проделали. Значит, кто сейчас где-то ошибается с импортами, ребята, но ведь вы работаете в Django, там показаны самые классные передовые методы, которые работают. И вторую вот дам статью, парень писал, какой-то, да, ну вот почитайте, очень толково написано, очень хорошо написано. И потом доки, две статьи эти дам, почитайте. Ну сейчас расскажу основные вещи. Значит, первое, самое простое, способ, допустим, смотрите, dot у нас это папка, q это файл. Для совсем новичков точка это то же самое, что слэш. Понятно, да? Теперь, звездочка это значит будет импортировать все файлы. Ребят, так делать не надо. Это, будем говорить так, хуёво, это мягко сказано. Это очень хуёво. Это пиздец как хуёво. Почему? Потому что хорошо у вас полторы функции без ушей. Как сейчас у меня тут одна, и там маленькая тележка была бы. А если в файле 5000 строк, а если в файле 7000 строк, и вы будете все это, все функции ради там одного какого-то действия тянуть в программу. А нахрена это нужно? Ребят, тут надо включать мозги. Поэтому, если там одна функция, то можно так делать. Но если у вас большие файлы, и там куча функций, и это не имеет значения, то надо всегда делать избирательно. Вот он самый простой и самый верный способ. From – каталог, файл, импорт – конкретно функция. Проще некуда. Грубо говоря, как будет действовать программа? Doc, dot – файл, обращаться к этой функции и вытягивать только ее. Вот это правильный.
Когда вы работаете с программой, если у вас не получается чего-то с путями, то что надо делать? Вам надо две вещи всегда, по сути дела, для проверки. Функция DIR, что она делает? Она проверяет локальные вещи. Грубо говоря, сейчас я покажу. И второе, вам надо проверить до пути, да, это мы чуть позже коснемся, потому что тут пути, понятно, оно внутри проекта, оно будет работать. Мы запускаем программу и видим, значит, атрибуты MyFun, и видим, вот пошли атрибуты, да, методы с двумя нижними подчеркиваниями, те, которые доступны локально. То есть, значит, если этих методов мы не получаем, значит, дело плохо, да? А если мы получаем методы, то, значит, наш код работает полноценно. Второе, я создал файл, то есть запомнили, да? Лучше всегда импортировать избирательно. В принципе, так, как делается это в Django, очень грамотно. Второе, я создал файл .1, и там K2, ну там MyFun2, тут смысл второй. И по сути дела, мы тоже начинаем импортировать. Вот я показал так, как не надо делать, да? Значит, это мы убираем и делаем, как надо делать. From получается основной каталог, подкаталог, K2 файл, импорт fun2. Вот это просто, грамотно и быстро. Запускаем. Понятно, что ну, работает все. Теперь, по сути дела, что я сделал? Я создал файл, который вообще не относится к проекту. Проект находится в PyCharm Projects, да, у меня RenoVet2, то есть вот это проект. Я создал папку в папке agat, ну, то есть юзеры, .3, и тут создал файл q3py, да. По сути дела, нам надо получить к нему доступ. Как правило, всегда работает очень хорошо. Есть два метода, да, самых простых. Это добавление пути. Вот тут нам для того, чтобы проверить, понадобится suspatch. То есть первое, suspatch append, добавить путь. И тупо просто копируем путь к нашей директории и вставляем, да. Не к директории, не к файлу. Более надежно будет второй вариант suspatch insert. Первый аргумент 0, второй patch. И далее просто-напросто, если хотим, проверим пути suspatch. Давайте проверим пути. И мы можем спокойно посмотреть. Когда мы здесь проверяем пути в конце, то мы видим home-agate.3 включен. То есть, по сути дела, конечно, у меня это PyCharm проект, то есть Django проект, но я включил себе, да, и Django проект вообще у меня обрабатывается другим виртуальным окружением. Но мне надо было сейчас срочно посмотреть, что как работает, поэтому я, вот это вот не забывайте, вверху добавил, где у меня Python 3.6, и данный файл сейчас обрабатывает совершенно другим Python, то есть основным в системе. Ведь просто, да, согласитесь, просто немножко надо знать. Когда мы убедились, что путь, то дальше уже все очень просто. Очень просто. Fun3, хоть оно подчеркивает, опять я написал, как неправильно делать. Это мы комментируем и раскомментируем. From K3. Вот. Import MyFun3. Вы можете удалить даже отсюда
Init Py. Я думаю, что будет работать. Да, работает. Почему? Потому что, начиная с версии Python 3.3, появились относительные пути. В принципе, init он нужен, конечно, нужен, но нужен немножко для других сейчас вещей. Вот, но будет работать уже и без него. Раньше не работало, теперь будет работать. Но init добавляйте всегда, потому что все, в принципе, так. Куда я его удалил? А, безвозвратно. Сейчас мы посмотрим. Зачем нам надо init все равно? Все равно нам надо init. Потому что он превращает в пакет. Но я не зря сказал почитать документацию. Вот те ссылки, которые я дам. Так. Смотрите, ребята. Не-не-не, нам надо доки. Здесь еще одна полезная функция есть. Когда вы будете смотреть документацию, здесь есть интересная вещь. Здесь очень просто разобраться. Основная директория sound, музыка, дальше форматы, эффекты, фильтр и файлы. И в принципе поэтому можно ориентироваться, что как происходит. Да? Понятно, что вот это вот вывод. Ну то есть, ну, полазите. Полазите, что я хотел... Вот. Вот, если хотите быть уверены, есть еще такая вот вещь. То есть мы смотрим аль, да, метод. И читаем. В школе мы его изучали, а кто только увидел, что должны делать. Не прослушали и пошли дальше, там, чесать за ухом. А сидим, пыхтим и сразу... разбираем для себя первичную хотя бы информацию, а что такое за метод аль. Потому что вот отсюда и получается незнание. Услышали что-то незнакомое, сразу идем и смотрим это. Понимаете? Ага, хрен два, вы понимаете, потому что все будете делать наоборот. А я говорю, что надо делать так. Потому что вот я посмотрел, вот... Сейчас отвлекусь немножко... Да, надо будет записать видео. Вот Александр Щегрецов. Ну, месяц назад, чуть больше пришел в школу. До этого вот ВКонтакте где-то он писал, что-то понимаю, что-то не понимаю. Когда написал полный код, первый код, я сразу увидел проблему. Все по вершкам. А начал направлять на глубину, начал копаться, все. За месяц уже код изменился, стал совсем по-другому человек писать уже. Так вот, я хотел сейчас обратить внимание, уже отвлекся, поэтому назад возвращаюсь. На что? По сути дела, смотрите, ведь мы в init, да, вот у нас есть каталог .3, и мы, по сути дела, здесь можем, у нас сейчас один файл здесь, один модуль называется, да, файл, модуль сейчас в данном случае при init, Q3py. Мы ж можем открыть его и указать при помощи метода аль список, да. То есть, какие вообще модули импортировать. И, допустим, если у нас там несколько файлов, то мы здесь можем Q3 просто указать. И так далее. Файлы, которые нужно обязательно импортировать как модули. Вторую не поставил. Почему?
подводим итог и некоторые вещи еще раз расскажу. Вот видите, здесь же все написано. Аль, и вот смотрим, эсх, срос, реверс, реверс, да? Смотрим, эсх, сурроунд, реверс. То есть, вот три модуля, которые указали, которые надо обязательно импортировать. Итак, сейчас ваша задача в Jupyter проделать все с импортами, все с модулями. У нас сейчас касалось Visual Studio, мне она тоже очень понравилась, потому что ребята просили что-то, и мы начали серьезно рассматривать эту среду, и в ней очень классно работать. И Django, и Python, все в ней классно работает. Так вот, секунду. Ребят, давайте я подведу итог, потому что, в принципе, было конкретно помочь средой вот с этими файлами разобраться, немножко импорты подтянуть. Значит, сначала расскажу то, что не надо делать. И то, что делает большинство ребят. Первое. Не все в группе. В группе постоянно идет какое-то общение, и в группе постоянно код. То есть надо находиться в группе. Надо слышать советы. Потому что когда человек бежит, вот надо быстрее, быстрее, а быстрее не будет, ребята. Пробежали, вернетесь обратно и будете опять изучать. Зачем? Ну вот я спрашиваю, зачем? Почему? Учиться надо. Вот понял же, мне понравилось, что все-таки понял этот парень, да, поняли многие ребята, понял Сергей Асач, как учиться, понял, значит, Саша Чегресов, понял, как работает документация, Миша Беляковский, поняли, ну, многие ребята. Дело в другом. Смотрите. Видеоурок. Это первая ступень. Проделали видеоурок. Потом вы должны 2-3 раза то, что видеоуроки проделать со своими переменными. Со своими. Например, мы там рассматривали борщ, а вы берите что-то свое. Ребята, где-то и я допускал ошибки. Старайтесь не делать. Вот такие примеры, они говно. Я вам сразу говорю, это полное говно. Да, это просто я брал такое, что-то такое, да, простое. Но когда вы хотите чего-то понять, делайте то, что вы знаете. Если вы любите автомобили, значит, делайте что-то с автомобилем. Либо варите суп, в конце концов. Ну, каждый знает там, как, что включает в себя простой там грибной суп. Грибы там, что вы еще ложите. То есть делайте какую-то функцию, то, чтобы вы этим занимались. То есть, чтобы ваш мозг соображал, что делать. То есть, проделали со своими. Потом, найдите хотя бы примеров, ну, я не говорю уже 10, но хотя бы 4-6 примеров в интернете. И вот это тоже многие пропускают. А почему? Объясняю. На этом моменте начинает работать ваш опыт. Понимаете, когда вы набираете хурум-мурум, мурум-гутум-бурум, и там открывается некая херня. Да? В принципе, вам это нахрен не нужно, вы не знаете, что это такое, и так далее, да? А в чем смысл? Вот тут мы, допустим, рассматривали функцию. Ну, работаете вы с функциями. Когда вы после просмотра уроки набираете, например, функции Python, набрали. Теперь, в данный момент, что происходит у вас в голове?
вы знаете, что вы ищете. Когда вы увидели там инструкция DEF, она вам знакома. То есть вы узнаете, да, то есть начинается осознанное. Посмотрели примеры какие-то, проделали их в Jupyter, то есть инструмент Юпитер, да. Набрали там аргументы функций. Это я сейчас к примеру говорю. То есть на данном этапе, когда вы начинаете то, что вы уже знаете, проискивать в интернет, проделывать 4-6 примеров, у вас начинает работать уже ваш личный опыт. То есть информация откладывается. И все это дело надо задокументировать. То есть я, ребят, всегда учу проект начинать с Вики. Вики у вас должна быть, где вы будете писать то, что вам важно, да? Какие-то вещи. Не то сделал. Вот это называется немножко поучился. Теперь самый важный момент. Еще одно не сказал. От кода к документации. Вначале так. Посмотрите, сейчас мы с вами разговаривали об импортах. Я этот файл сброшу, свой он очень простой. Ну, вот эти вещи я не буду сбрасывать, там везде одинаковые функции, да, вы напишите чего-нибудь свое. Ну, то есть DOT, я просто их сейчас поудаляю, DOT 1 вложенную, да. Смотрите. Надо идти на первом этапе от кода к докам. Грубо говоря, когда вот мы с вами рассматривали сейчас импорты, то я вот дал ссылки, и вы должны что пойти на документацию и проделать все примеры. Желательно проделать в Jupyter, а не в обычной командной строке, чтобы это все дело оставить и задокументировать. Раз, один раз по... инвестировать два вечера, но один раз разобраться для себя и, по крайней мере, вывести для себя, а как вы всегда будете действовать быстро, то, что для вас будет работать. В принципе, я рассказал такие самые оптимальные вещи, да, то, что для вас будет работать. То есть вам надо это дело вывести и описать документации. То есть когда мы добавляем и описать документации от кода, то у нас получается и плюс выполнить домашнее задание. Это отвечу тоже на вопрос, зачем выполнять домашнее задание. Суть в том, что те, кто выполняет постоянно домашние задания, все, да, без исключения, тем людям я помогаю, я направляю их. Зачем я это делаю? Это принцип школы такой. Потому что человек работает в группе, но смысл такой, если уже ты расписываешь, то расписываешь от и до. Где-то я писал. От и до. И тогда, если мы посмотрим, по сути дела получилось... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть шагов. Если спокойно, то на какой-то кусочек тематики надо отдать один вечер. Но это будут знания. Это не будет информация. Это не будет. Это будут знания. Это то, что вы вынесете. Самое важное, это быть в группе. Быть в группе в школе и вариться в этом. То есть спокойно, не торопясь, делайте свой код. Вот так и учитесь. Понятно?
Надеюсь, понятно теперь. Ребята, те, кто начал с этого видео, начинают с сайта spb-tut.ru. Получаете пожизненный доступ и начинаете заниматься спокойно, шаг за шагом. Все, надеюсь, с импортами уже поменьше вопросов, потому что в конце концов разберетесь.